I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. Всем привет, это Алекс, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хотела бы записать коротенькое видео, которое называется Get Ready With Me, значит, собирайся со мной. В это видео будет входить только макияж, мой повседневный, с которым я хожу на работу. Зачастую я добавляю красную помаду, но сегодня вот я решила быть без красной помады, с таким нюд. У меня на губах только бальзам, немножко хайлайтер, и мне кажется, выглядит очень-очень даже круто. Как видите, я без челки. Так вот, я обычно хожу дома, на работу редко хожу, мне кажется, мне так не очень идет, но вот скажите, какое ваше мнение, мне очень интересно. В общем, да, вот такой вот у меня простой макияж, для кого-то это может показаться супер сложным, но я так крашусь каждый день, у меня на это уходит где-то, ну, полчаса, наверное, ну, 45 минут, но полчаса это так вот, если я быстренько все делаю, не разговаривая, в общем, технология у меня уже моя выработанная. Да, больше всего времени, наверное, занимают мои брови. Так что да, в этом видео вы увидите тоже, как я делаю свои брови, как я их оформляю, как они у меня сейчас выглядят без макияжа и как я сама выгляжу без макияжа. Так что если вам интересно, буду меньше болтать, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Shining down on my face, I'm running away.
I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. Shining down on my face, I'm running away.
Получился мой to-go макияж, которым я пользуюсь каждый день. Вернее, такой макияж я делаю каждый день. Для меня это очень быстро, очень просто. Многие мне говорят, что ты молодец, Алекс, ты вот такая натуральная, вообще там чуть-чуть косметики и все. И мне это в тебе очень нравится. Знали бы люди, сколько килограмм косметики я на себя накладываю, они бы ужаснулись. Но сейчас они увидят это видео, и да. Я не считаю, что я ношу какую-то маску каждый день. Для меня макияж — это не способ спрятаться, а наоборот проявить себя. А вы же не ходите на улицу без одежды. Ну вот и я, мое, почему лицо должно оставаться голым? Ну, это личное мое мнение. Кстати, да, насчет фотки в Инстаграме блондинистой. Как видите, я не блондинка, просто немножко фантазии, и я уже блондинка. Блондинкой я становиться не собираюсь, мне устраивает вот такой вот вариант с моим блондинистым хвостиком. Пойду скоро стричься и краситься, но пока вот выгляжу так. Так что всем спасибо за внимание, это была Алекс, и до новых встреч в новых видео. Пока-пока! I'm running away.